и подобрел. А это значит, что надо нести вещи, слова в народ. Но перед тем, как я это буду делать, надо поменять информацию на стриме. Это я и забыл. Эх. Так и назовем. Так, обновил информацию. Обновил. Кто молодец? Кто там? Так, давайте подготовим все остальное, чтобы все было под рукой. It's gamer time. Стопэ. Так, ну, погнали. Не помню, на чем я вчера остановился, что я вчера делал. Знаете, как клип. Очень старый. Hello there. How are you? Фанатский, по-моему, даже клип. Команды Dropkick Murphys на песню The Gang's All Here. Вот я также себя чувствую примерно. Шо вчера было? Так, обновить информацию. Информация успешно обновлена. Пам-пам-пам-пам-пам. Не хочет Twitch на телефоне нормально обновлять информацию, но показывает, что он обновил ее на компьютере. Так что давайте потихонечку начинать. Так, надо рубашку и камзол достать. Это я сделаю в Вивике. Что у меня по вещам вообще? Надо продать пару свитков. Они мне не нужны. Это я, кстати, не знаю, куда деть до сих пор. Поэтому дом положу. Когда будет возможность. Так, квартал чужеземцев, пожалуйста. Да, пожалуй. Раз уж все равно не спим. Мне бы меч новый, что ли, достать. Вообще, кстати, ходили слухи о том, что здесь есть арена. А я арену в Моровинде, ну, вообще не помню, хоть убейте. И мне хотелось бы на нее посмотреть. А может быть, даже поучаствовать. Так, квартал чужеземцев. Панки хой. Хе-хе-хе-хе. Так, верхний пояс. Давайте походим по торговцам. Трактир черный шалк. Ну, трактир тоже хорошо. Мне все равно, он вах, просто оставь меня в покое, как невежливо. Засунь свои три благословения, знаешь куда? Добрый день. Я Рарил Герал. Я, как картовый, не одобряю такие именно. Содержу трактир Черный Шалк. Здесь, в Вивике, можно получить постель. Тыры-пыры. Расскажи мне про Вивик. Вивик — город, состоящий из 9 округов.
каждый из которых сам по себе является городом. Каждый великий дом имеет свой округ. А чужеземцы живут в своем округе, который называется квартал чужеземцев. Арена предназначена для общественных развлечений вроде потешных боев. Потешные бои я люблю. Простолюдины живут в округах святого Делина и святого Олмса, но в основном это священный город лорда Вивика, министерство правды, тюрьма, храм и т.д. Так, арена. Арена находится между поселением Ридоран на западе и поселением Теовани на востоке. Арена – место для общественных развлечений и боевых видов спорта. Под куполом комфортабельной арены находятся места для сотен зрителей. Под ареной расположены комнаты для переодевания и складские помещения эстрадных артистов, тренировочный зал и клетки с животными для участников боев. Учитывая то, как мне нужны деньги, я, в принципе, наверное, поучаствую. Невежливый ящер. Почему они все ко мне обращаются за Сирадил? С чем это связано? Чего? Обучение. Ничего интересного. Так, ладно. Наша задача на сегодня. Блин, можешь номер снять. Да, давайте я постельку тут возьму. Понаслаждаюсь. Я все жду, когда ассасин нападет, но он что-то не спешит. Так, торговцы, каналы. А, ну тут в чужеземном квартале-то их быть и не должно, по идее. Торговцы. Аптекарь. Нет, что-то есть, алхимик. Книжный. Пошли наверх. Вот, торговцы. Боится. Щит. Очарование. А у тебя денег нет, поэтому щит я заберу, пожалуй. Good hunting. Да. Ты что продаешь? Ничего интересного. Что ж так начало в городе першить? Так, давайте искать торговый квартал сначала. Потом арену. Вообще, я знаю, как быстрее найти, но раз уж я пешочком иду. Блин, вот уж действительно Москва Сити какой-то, а. Что если я упаду с такой высоты, то я поврежу себя. Этого я не хочу допустить. Скам. У меня ж мурашки пошли, похоже, если честно. Поселение Ридоран. Так, вон там торговый район. А это что тогда такое? Неужто то, что мне нужно? Арена. Арена? Да. Давайте попробуем поучаствовать. Чего бы и нет. Денежки нам нужны.
Даже несмотря на то, что я в культе империи состою. What brings you here, friend? Арена. Так, понятно. Ты что скажешь? Ты ничего не скажешь. Обучение бойцов арены. Вот это интересно звучит. Привет. Так, у тебя есть чему поучиться, это хорошо. Защите. Привет. О. Блин, мне нравится здесь. Но у кого вступить? У кого можно стать бойцом? И я хочу сражаться. Камеры, каналы, квартиры. Что в каналах? Подземелье арены. Так, тут одинокий мужик. Оставлю его одного. Так, значит, нам наверх, по идее. Can I help you out? Do you need something? If you're here for trouble, you... Нет. Квартира бойцов, квартира бойцов. Да что ж ты будешь делать-то, а? Мне надо поговорить, чтобы подраться. Go ahead, там дрын какой-то. Что ж ты будешь делать, да? Значит, надо в квартиру идти. Больше у меня идей особо и нету. Ты принимаешь. Нет, не ты. Ты. Go ahead, Outlander. What do you need? Кто тут дает уроки сражений? Точнее, ну, берет бойцов. Кого хера? Let's not make this official, Outlander. Move along. Так, я не понимаю, как мне вступить в бойцовую ячейку этих ребят. Меня это беспокоит. Арена. I've got a few minutes if you need something. Is there something you need? We'll have no trouble. Вроде ты должен, так сказать, нанимать на эту тему. Do you want something? Keep moving. Keep moving.
Блин, неужели моя мечта не сбудется? И я не стану воином арены, как я хочу. Так, ну свой первый бой на арене я выиграл, конечно, но это не то, что я хотел. Я специально тут как бы особо ничего не лутаю, потому что воровать это плохо, это неправильно. Поэтому делать этого мы не будем. Понимаю, кому идти, куда идти, у кого проситься. Наверное, поэтому, кстати, я в детстве и не знал об этом месте, потому что тут, блин, хрен кого найдешь. Может, из-за того, что я в культе состою, я ничего не могу сделать. Не, я не понимаю. Хоть убейте. Не могу понять, что надо делать, чтобы стать бойцом. Ну, видно, не судьба. Пошлите в торговый район тогда, что я могу сказать. Вот где он. Хрен его разберешь. Отстойще. Я расстроился. Эх, а так все хорошо начиналось. Так, это квартал чужеземцев.
поселения Ридоран. Может, они какое-то отношение к Арине имеют? Да не, бред какой-то. Тут поместья эти всякие. Is there something I can do for you? Is there something you need? Кто ответственен за арену? Кто? Никто не знает. Хрень какая-то. Ладно, давайте покупать рубашки, штаны. А я-то думал, что сейчас по-быстренькому денежек зашибу. Но не тут-то было. Let's not make this official, Outlander. Move along. Так. Yes, sir. Вроде как здесь должен был быть торговец, потому что я помню, что внизу находился точно. Смотр предков — это не то. Но, судя по всему, я плохо все запомнил. Який отстой, а что ты вообще, какой-то день неудачный у меня сегодня. Да ничего мне от тебя не нужно. Народы или наряды? Народы. А мне наряды нужны. Пять народы. Алхимик. Поместье. Клуб никаких имен. Магазин. Так, ладно, давайте к оружейнику сходим. Чего у тебя есть? Да ни хрена у тебя нет. Разве что клеймор можно попробовать с собой потаскать. Но у меня не так уж и много денег, чтобы это делать. Плюс я и защиту качаю, как бы. Фиг с ним. So. Do you need something? Where what? Так, мне нужна простая рубашка, простые штаны, да? А какие именно? Давайте их возьмем. Жадина. Рубашка и камзол. Называется простая одежда. Я не знаю, братан, на ней типа это самое. Давайте на всякий случай купим мы еще эти. Больше одежды у нее нет уже. Нет.
see, I stand in good company. Stay as long as you like. Да чтоб вас всех. I'd be happy to talk. Подбросил и плевернул. Я сегодня злой. С кем я тут говорю? С тобой? A pleasure to meet you. Так, это не то. Слышь? Забирай свою хрень. Понастроили говняных магазинов, блин. Так. Greetings, Outlander. Don't I know you from somewhere? May I help you? Hello. Отстой. Так, ладно, все, соберись. Хватит кряхтеть. May you find all that you see. Где магазин с одеждой? Где он? Тут всякая херня. В квартале чужеземцев. Да ты. What do you think of our city, Outlander? Говно ваш город. Просто говно. Так, ладно, все, хватит бадхёртить, соберись. Так, пробуем через квартал чужеземцев. Говорят, там. Ой, хоть бы сработало. Ой, кайф. Хоть бы долететь теперь. Долетел. Аж голос пропал от волнения. Так, ну и у кого из вас тут? Какие-то назойливые глупцы у него тут. Но меня это пока не особо интересует. What is it? Я в расстройствах, чувак, так что никаких глупцов. Разбирайся с ними сам. May I help? Почему торговцы находятся в квартале чужеземцев? Кто мне объяснит, да? Они в торговом квартале, а? Сука. Целитель. Гробница. Что за херня? Так, ладно, очевидно, они с другой стороны находятся.
Какая гробница? Торговка. Не дай бог не будет, а? Слышь, рубаха и камзол. Мне очень жаль, у меня ничего нет в этом стиле. У высокого эльфа Фланама. У него есть магазин в Кальдере. В Кальдере, значит. Что бы вас всех подбросило и перевернуло? Так, это я в гробницу пришел. If you're here for trouble, you'll get more than you want. Можно, конечно, дойти здесь до гильдии магов, но я хрен его знает, где она тут вообще находится. Поэтому пойдем до Силдстрайдера, сядем на него, долетим до Балмора. А оттуда уже гильдию магов. Блять. Нормально. Хоть не сдох, это хорошо. Хотя лучше бы сдох. Блин, энергии не хватает теперь еще на мою. Я хочу домой. Go ahead. Не дай бог он пошлет меня в Балмору за всей этой хурмой. Ну, тебе рожу. Мерзкая. Рубаха и камзол. Да, у меня есть красная рубаха с черным камзолом. Но с чего вы взяли, что я дам вам плату моего труда просто так? Имперский культ слишком беден, чтобы заплатить мне, не думаю. Пошел в шубу. Сука, штаны какие мне нужны. Наверное, вот эти. Ну, сука, смотри мне. Есть что-нибудь на восстановление мана? Скажи да. Блин, с ним, давайте я тоже попробуем выпить. А вот фортанет. And you'll have none from me. Well, hello there. A pleasure to meet you. Спасибо. What was that? Please, by all means, I'm listening. Well, hello there. A pleasure to meet you. Stay out of trouble, and you'll have none from me. Hmm.
Да. Going Postal случается даже с такими людьми, как я. Даже несмотря на все мое старание быть праведным служителем имперского культа. Кстати, от Вивика все бафы спали. Это обидно. Я думал, они перманентно навсегда останутся, но нет. Не дай бог, это будет не то, что мне нужно. Чепшку надо идти. How do you do, Cyrodiil? This is unexpected. Еще стенка там в воздухе висит, а? Не стыдно им, а? Тьфу, смотреть противно. Я, кажется, знаю, как мне сбросить пар. Я пойду мстить темному братству. Да. Решено. Но сначала... Вот эту срань там. Подавись, блять. Очень хорошо, Клим, прими мои поздравления, когда будешь готов, бла-бла-бла, пошел в шопу. Давай сюда свое сраное задание. Храм в Балморе, наверное, дать благотворительный обед фортуны бабочки. Нам потребуется еда и прохладительные напитки. Нам поступили щедрые пожертвования пищи. Но с алкахой никто не хочет делиться. Нужно 5 бутылок родильского бренди. Повышение у тебя есть? Навыки у него не подходят мои. Ладно. Пошли мстить темному братству. Привет, мне надо в Морнхолд. Ты хочешь отправиться на материк? Это очень необычно. Мне вариант, ты слышишь, что путешествия в Морнхолд ограничены. Боюсь, что я помещен темным братством. Мне хотелось бы узнать, в чем дело. Ох, бог мой, я понимаю, почему ты хочешь разобраться в этом вопросе, но это очень опасное дело. Не могу сказать, что я счастлив отправлять тебя на такое, но с моей точки зрения, бесплодное мероприятие. Впрочем, если ты так уверен, можешь валить. Если понадобится поговорить с такой-то барышней, вали. А вот и я. Вот и Морнхолд. Спасибо. Нет, не хочу. City of light, city of magic. Так, ну я так понимаю, в тронный зал мы не пойдем. В склад легиона тоже не пойдем. Ну, надо на улицу идти. Спрашивать людей, что почем. Ладно, хоть что-то хорошее за день случилось. Он няшно понямкал. Ой. Дождь. Привет. Если ты ищешь кого-нибудь, кто будет прикрывать тебе спину, то я готов служить. В чем прикол? За 250 золота я буду твоим телохранителем и спутником в течение 30 дней. Я силен, не возражаю против тяжелой нож. Я здоров и быстро лечусь.
Лечи меня, когда сможешь. Поддерживай меня в здравии. Ты не пожалеешь о потраченных деньгах. Но я не потерплю плохого обращения с собой. Я работаю ради прибыли. У меня есть собственное снаряжение и золото. Если обнаружу, что у меня стало меньше средств, чем было в пересчете на золото при поступлении к тебе на службу, я немедленно покину тебя. И больше никогда не буду работать с тобой. Может быть, в другой раз. Ты знаешь, где найти меня. Прикольно, тут есть наемники. А ты кто такой? Темное братство. Долгая интересная история, хотя большая ее часть окутана тайной. Понятно. Ух ты ж его. Так, а что мне в принципе тут делать-то надо? Как мне на них выйти? Ты. Темный образ. Ладненько. Давайте искать так. Ручками. Темное братство. Я не знаю, зачем ты хочешь найти этих демонов, но говорят, они живут в канализации под Великим Базаром. Восточная часть города. Север, юг. Запад, восток. По идее. Ничего. Там голый мужик. Год Срич. Смешное название. Что уставился? Нет, я не парализованный. Я никогда не встречался с ведьмой, никого никуда не сопровождал. Почему я без одежды? Потому что, черт возьми, здесь слишком жарко. Вы, люди, думаете, что если видите голову варвара Норлинга, это значит, что его правила ведьма. Какой ироничный образ мышления. А теперь оставь меня в покое. Это смешно. Так. Закрыто. Мощный дядя. Великий базар. Вот и он. Осталось под него залезть. Чё это? Эта газетка, отпечатанная на дешевой бумаге, содержит сенсационное разоблачение. Желтая пресса. Да. Не буду рифмовать. Чего? Приветствую, имперец. Я Мерин Отровос, основатель Морфинских актеров. Да я угадаю, ты пришел, чтобы посмотреть. Нет, я не в настроении на постановочке смотреть сейчас. Уж простите меня. Великодушно. Я еще спуск вниз.
Магазинчик магии. Арсенал. Сосия, Сатия. Вовсе не смешно, ребята. Адамантиевый 1000 стоит, ёшки. А больше-то никакой брони нету. Прикольный. What's good for the Empire is good. Так, попай здесь под базар. Торговец. Ну, наверное, у кого-нибудь из этих можно. Вот, with the right deal, we all profit. Да, я вижу, что у них у всех, в принципе, какие-то диалоги есть, но я хочу сражаться. Прям не могу. Руки чешутся. Поэтому сначала я найду, как спуститься вниз. Немножко подерусь. И только потом буду обходить уже всех здесь в округе. В более благодушном настроении. И разбираться, что почем. Так, у меня, по идее, сюда. Да, вон. Спуск вниз. Так, магии у меня нет, если что. Там котейка. Пошли к котейке. Магия теперь есть. Ах, не, не знаю тебя. Жаль. А тут что у нас происходит? Опасайся банды черного дротика, искатель приключили. Они лишили меня всего, что было. Напали на моего любимого и меня в канализации храма. Варенер сдерживал их, пока я убегал. А что вы там делали? Когда я вернулся и взглянул назад, Варенер уже лежал. Я бежал без остановки. А теперь призрак приходит ко мне по ночам, умоляя прийти к нему и спасти его. Он говорит, что у него есть для меня сообщение. Но я не могу спуститься туда. Боюсь их. Ну, я попробую помочь. Is there something I can do for you? Но это в канализацию храма надо идти, я так понимаю. Но это мы пойдем потом. Варенер? Ты ли это? Не похоже. И ты не Варенер. Так, что с много? Ай! Скелетом противный все-таки, оказывается. Так, это все денег не стоит. Эники, Беники, Ели, Вареники, Эники, Беники, бац.
Чувствую, я не туда свой бац пас. Ай. Хотя кто знает. Разберемся. Посмотрим. Узнаем, куда это ведет. Это ведет не туда, куда мне нужно. Пошли обратно. Сегодня вряд ли тоже опять-таки будет долгий стрим по Моровинду ввиду моего этого самого. Надеюсь, завтра буду повеселей и позговорчивей, а то самому аж тошно. Район поместий. Это тоже, наверное, какой-нибудь район поместий виден, да? Или нет? Локализация дворца. Да, значит, надо было все-таки вот в том месте, где я спустился, продвигаться. А не заруливать в разные места. Ну, пошли. Как туда попал вообще, я не помню уже. Так, кому я шел? Отсюда. Да, все правильно. Нам налево сейчас. Там будет кошечка стоять. И опять налево и внизу. То, что нужно. Так, какой-то классный пловец. Эть. Стоп. И чего? Блин. Сириус ли? Ладно. Странный флекс, но как скажешь. Это что ж получается, меня стражник обманул, что ли? По слухам, у Тёмного Братства есть база в районе старого Морхолда, до которого можно добраться через систему канализации, начинающуюся на Великом Базаре. Но мне вроде бы видно, что оставаться сюда очень опасно. Оттуда я пришел. Там канализация дворца, район поместий. Район поместий, канализация дворца. Ну и куда мне идти, получается, надо? Давайте в район поместий, наверное. Будем облизывать эти подземелья.
Как много здесь воды. Ваш дневник дополнен. Нашел логово. Да? Как-то не похоже. Вот дерусь я с этим парнем, да, и вижу перед собой гигантский мешок монет. Учитывая стоимость их доспехов, ученик. 1000 монет, 500 монет, 200, 100. Забираем все. Там наверняка что-нибудь есть. Так, шанс 34, шанс 23. Ну давайте жабу попробуем. Эть. Заработало, но тут ничего нету. Обидно. Нахрен я тратил свои способности. А отдыхать теперь не могу. Обида. Двоих налил. Плохо. Так, ну ладно, я, в принципе, вывожу драку из двумя. Относительно спокойно. Отступим тогда чутка. Угу. Я, сука, буду нести возмездие во имя имперского культа. Потому что что? Правильно, я все еще злой, блять. Ух, сука. Давай, давай, нападай. Иди сюда. Ща я тебе покажу, где навахи зимуют. Бля. На, въебал. На еще, на нах. Ух, я злой. Ух, мать твою налево. Прошу прощения. Ой-ё, вот это я погорячил сам. Так, они еще и прокачанные. Тихо. Токсики. Токсики. Паркур. Паркур не удался. Блин, шоу бы нифига устроили мне. Те
челики там флексят. Я с этим попробую разобраться. Нет, не попробую. Так, ладно. Не будем повторять ошибок прошлого. Подождем, пока он сам сюда прибежит. Вот же мерзкий типа. Так, это будет непросто. Надо бы сопротивление ядом в таком случае достать где-нибудь. Но где его достану сейчас? Надо просто хорошенько мансить. Меня это тоже, в принципе, устраивает. Наемник, блин. Козлина, а не наемник. Это в смысле враги близко? Хорош. Нет тут врагов. Тебя побили. Блин, этот козел с отравленным прибежал. Куда твой кореш делся? Пощадить. Тут нет такой функции, чувак. Особенно чувакам с таким токсичным кинжалом, как у тебя. Меня смущает то, что мой меч уже практически сломан. Че, я без оружия это делать тут буду?
Ничего, в том-то и дело. Так. Ну, давайте туда пойдем. Сначала там посмотрим. Там можем в домик зайти, но это мы попозже сделаем. Что у нас тут? Тупичок. Так, пошли в дом тогда. Назвал тут именно токсичный. Вот этого момента я сейчас не понял. А, там еще вход есть, оказывается. Воу. Так. Окей, тогда мы туда пока не пойдем. В тот дом, я имею в виду. Так, ну давайте тогда вот сюда сходим. Я даже не заметил. Да, меч уже практически урон не наносит вообще. Интересно, куда меня, кстати, отнесет божественное вмешательство. Потому что я сомневаюсь, что здесь есть имперская миссия. Но попробовать стоит, не так ли? Зато какая прокачка. Лютая прям. Одну секунду. Что-то я просто ребенка слышу где-то какого-то. Ох, ни хрена себе у меня барахла. Будет что продать. Съем. Видите, там подушку на заднем фоне, да? Так вот, я забираю ее себе. Она будет моей докимакурой. Изображением Акатоша. Интересно, есть ли правило знаменитое интернетовское про Акатоша. Ладно, некоторые вопросы лучше не задавать самому себе во избежание неприятных или очень приятных казусов.
Враги близко. Я бы такой дом повесил. Кондишн. Ладно, камень душ выкинем. Можно было бы, конечно, заменить броню свою сломанную на починенную, но да ладно. Так, блокируем одного чувака. Сражаемся с другим. Смотрите, у меня длинные клинки 70, да, я попадаю очень мало. Ну ладно, чаще, чем обычно. Я, наверное, этот меч потом, если какой-нибудь получше найду, дома оставлю, типа, на память. Равно как и доспехи, вообще-то, это сколько я в них прошел. Так, ну у меня уже банально места не хватит, чтобы собрать все это добро. Сила. Удача. Выносливость. Сохраняемся. Пробуем отсюда телепортироваться. Королевский дворец. Ну, не так уж и плохо, но не то чтобы и хорошо. Давайте поторгуемся. Потому что у меня много барахла, которое надо продать. Ты покупаешь? Нет, на штаны. Прощай. Так, давай сначала поторгуемся, потом посмотрим на то особое предложение. Окей. Сиротельский бренди, кстати, мне нужен. Три штуки давай. Да ты.
Что за особое приложение? Иногда у меня бывают специальные скидки на некоторые предметы, только для самых дорогих мне клиентов вроде тебя. Заходи ко мне почаще, я обязательно что-нибудь подберу для тебя. Ну вот, я зашел. Как тебе сегодня везет, друг? У меня есть совершенно новый свиток дыхания. И он это подходит. Нет, спасибо. Почему так дешево? Тебе его даже в продаже нет. Мутный тип. Так, ты у нас чем торгуешь? Ох, нихрена у тебя сода, мужик. Вот это я тебя обожаю. Просто забирай все, мужик. Гуляй, рванина. О, да. Here comes the money. Money, 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 money. Здесь родительский бренд есть? Нету. Зато есть арбалет. А это знаете, что значит? Стальной болт. Да и хватит, наверное, пока для начала. Так, я полагаю, ты пришел поторговаться, и это мне нравится. Азура знает, что в этом мире мало достойных вещей, все остальное не имеет значения. Приключения, слава, женщины, все это бессмысленно. Женщины? Вах, женщины. От них одни неприятности. Во всяком случае, с ними не стоит искать продолжительного счастья. Это все обман. Ох, да, я не всегда так думал. У меня была жена, и я безумно любил ее. Но затем из-за моего безрассудства она умерла, и вот теперь я здесь скорбящий, одинокий и уставший от жизни. Меня больше не интересует женщина. Вот так. Я прям чувствую тебя, бро. Что было, то было, да уж. Безрассудство юности, мечты, стремления. Я слепо следовал и взял свою жену в Варденфелл. Это должно было стать, как думал, захватывающим приключением. Я заплатил за свое безрассудство сполна. Жене тоже ей пришлось заплатить за него. Вскоре после прибытия туда она подхватила мор, и особо организм не справился. Я потерял ее, и жизнь моя была разбита. Никто не мог мне ее заменить, ни одна из женщин. Что я знал, не могу даже сравниться с ней. Что там у тебя, имперец? Ты думаешь, что-нибудь... Кто-нибудь может сравнить с моей дровасой? Нет, думаю, что нет. Ох, не тратить мое время на чепуху. Сочувствую, мужик. Сочувствую. Прям грустно стало. Так, книги мне не нужны. Вот арсенал понадобится. Чиним все. Так. Какое-нибудь интересное железное стальное. Блин. Так, нет, стоп. Давайте тогда шлем, что ли, купим. Выгляжу я в нем, правда, очень нелепо, но ничего не попишешь. Так, что у нас по магии? Зелье. I'm listening. Стоять. Заклинание. Буря, преграда, дельморы. Отражение на 5 секунд, это как-то несерьезно. А
time. Это мы потом сделаем. Про скрибов и гриз поговорим. Так, вот этот человек, по-моему, оружие продает, да? Да, давайте-ка поторгуемся. Что есть? Стальной, железный. Стальной. Раз, два, три. Так. А в принципе больше у тебя ничего интересного и нету. Да. So, ну ладно. Прикольно выглядит. Ну, другой раз, и другой раз. Пошли обратно. Так, с тех двоих я, наверное, не буду поднимать уже броню. Ты тут откуда взялся? Отправляйся туда, откуда вылез. Блин, как бы там новые эти самые не отреспались, получается. Я думаю, не должно. Нет, все-таки отполнились. Просто понимаете, у меня так оружие будет быстрее ломаться, чем я дойду до нужного мне места. Деньги. А много денег — это хорошо. Раз уж на арене не получилось, то так хоть тут подзаработаю. Так, давайте-ка я арбалет возьму и подрублю прицел. Идите. Проколбасило. Так, двоих сорил. Ладно. Блин. И у меня не прокачана стрельба. Давайте хотя бы 5 раз попадем. Я что, зря уроки меткости брал? Судя по всему, да. Меткость 23. Попал! Я попал! Один раз. Еще один раз. Во!
знатно попал, судя по всему. Еще попал. Да, навык, конечно, качается не особо быстро. Ну ладно. Давайте хотя бы попробуем его завалить. Раз у него уже так мало жизни осталось. О-о-о. Слушайте, мне нравится. Правда, я до хрена потрачу болтов, но я могу себе позволить, я теперь богат. Даже один болт, даже два болта смогли собрать. Ай. Так. Как видите, наступила не самая увлекательная часть стрима. Снайперская. Эмоджишная, я бы даже сказал. Но так как никто не смотрит, то нечего терять, лол. А если будет кто-то смотреть в записи, то простите меня. Можете смело перематывать этот момент. Я вот, кстати, начал Брежнева читать, книжку его. Ну, не прям сейчас, я имею в виду, а вообще в целом, на днях. Правда, я прочел на Википедии, что эта книга не за его авторством, а то, что к ней он вообще отношения не имеет. Ну, как не имеет? Типа... Он ее не писал, но там как бы про него. Хотя есть предположение, что это домыслы в некоторых местах там. О том, как он на Малой Земле воевал, будучи наркоматом, по-моему. А, нет, политруком. Или что-то такое, короче, не помню точно уже. Я как бы не особо вчитывался по той простой причине, потому что, блин, это все-таки книга про Брежнева, там очень много советского пафоса. Партия наша сделала то-то и то-то. ЦК, ВКБ, КБВП, ПТВП, прочая куча аббревиатур и подвиг советского человека. Но, само собой, то, что... Операция на Малой Земле, освобождение Новороссийска — это знаковое событие, переломный момент в Второй мировой, в Великой Отечественной, извиняюсь. Вот, я никоим образом не
уменьшая достоинство тех людей, которые там сражались. Но книга это, конечно, потешно. Что еще потешнее, я ее начал читать, забросив в другую, а именно Ницше, несвоевременное размышление. Знаете почему? Потому что Ницше в этой книге критикует другую книгу, которую я не читал, которой у меня нет. Соответственно, смысл мне читать книгу критики, которой я сам в глаза не видел. Это как-то глупо, на мой взгляд. Вот и имеем то, что имеем. Брежнев-то не критикует другую книгу какую-нибудь. Начал сегодня «Челюсть» смотреть. Какие-то они подзатянутые, скажу я вам. В детстве как-то они воспринимались более прикольно. Хотя не так, чтобы сильно. Музыка там, конечно, очень мелодичная. Как вписалось в интересных фактах, Спилберг с нее дико рофлил. Я застрял. Слава тебе, Господи. Фу, я уж думал, сейчас буду как этот челик тусоваться и флексить. Я подустал уже. Так, ладно, давайте по классике. Да ты шутишь. Ладненько. Блин, хрен ли вас двое, а? Ну это бред какой-то. Ладно, не пойду туда. Давайте пока тут походим. Потому что это смешно банально. Зачищаешь тут все. Блин, появляется десяток других еще, блин, козлов. Враги близко, мэ-мэ-мэ.
сила. Удача. Сила воли. Я просто не могу. Очень-очень тупо. Ладно, придется расстреливать этого козла. Что я могу еще сказать? Душный уебок, блин. Так, как бы мне так встать? Блин, а у меня получается и... Ладно. Давай скелет-прислужник тогда закастуем себе. Хотя ладно, раз он там так подвис.
Стрелы кончились. Болты, точнее. Представьте себе. Так, я на одну тычку, он на одну тычку. Чья тычка кого перетычет? Моя. Так, и что у нас тут? Проход куда-то. А куда? Канализация базара. Ну, давайте походим тут. Конечно, надо было тот дом еще сначала зачистить. Хотя, стоп, где что тут был? Блин, я тут был все это время, ё-моё. Так, нет, автосейв, пожалуйста. Да, давай даже квиксейв. Да, получается, мне в тот дом. Вот в этот. Давайте. В таком случае. Огненного. Нет, иньего Атронаха призовем там. Чувак. А меня-то по что? Слышь? Нет. Блин, меня собственный Атронах завалил. Ну ёпать, блять, она как так? Сука. Все, сражайся сам. Я здесь постою. Что, все? Кто-то охренел. Во, давай, мочи их. Оператор, блин. Так. Их там двое. Нет, сука. Так, ладно, давайте тогда скелета. Не помог. Ладно. Что насчет адского огня, ублюдки? Блять, мимо. Нет, так дело не пойдет.
херу, буду сражаться через дверь. Вы только посмотрите на его хп, блин. Мочи его, Костян. Как бы мне тебя так по-быстрому-то замочить, даже не знаю. Короткие клинки у меня на пятерку, я, блядь, целую вечность околупать ими буду. Огненный камень мне вообще вряд ли что-то пронесет на самом деле. Ты вообще стараешься? Сраный огненный отранах, блять. Давайте попробуем его, что ли, клинком этим. Травануть. Так, меня щит начинает раздражать. Бессмыслица.
go will die. Justice oh, never it's sleeps. You. Can I help you? Your words are your measure, Sarah. Deal. Do you need something? Never sleeps.
I suppose I have a moment. What is it? Do you need something? I'll thank you to be brief, Sarah. Justice never sleeps.